Опять же, это я из отношений узнавал, что женщина жалуется мне, потому что я близкий человек, она может мне доверять, и она рассказывает ей про свои заботы и проблемы, и это прям пиздец как нерешаемо. Это прям одно за другое тянет, зависит. Это такой механизм, которым куда ни потяни, все только хуже станет, все порушится. А я, как дурак, пытаюсь это решить. Я такой, ну, может быть, ты перестанешь с Олей общаться, потому что она вот так на тебя влияет. Mm-hmm. Или, может, не стоит брать подработку, больше сосредоточиться на учебе. И это вообще не то, что ей нужно. Потому что, на самом деле, она справляется с этим механизмом. Но ей нужно, чтобы ты был большим медведем, который такой, иди сюда. Ты моя... Ты целуешь ее. Лобик, ты как ты все успеваешь вообще? Волшеб, ты делаешь меня лучше благодаря тебе. Ты мой пример ролевой. И все. А когда, ну, а разум же до этого не допереть. Вообще невозможно. Мне это прям объяснили в итоге словами. То есть после нескольких раз, когда я вот так пытался объяснить, типа, да разве ж это проблема? Смотри, нужно просто купить вот это. И когда я прям вот начинал доебывать, мне просто сказали, слушай, не надо. Можешь просто... проявить сочувствие. Знакома такая вещь? Ну, пожалеть.